Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу без вложений ADS Trixer. Это первый блокчейн ПТС. Значит, что я хочу сказать. Проект работает, друзья, платит. Я сказала очередной вывод. Значит, кэшот от вкладочка $10. Опускаюсь ниже. 16 сентября пэйр $10. Донна, все выплачено. Мне вчера пришел вывод. Вот дата операции 18 сентября. Перевод выполнен. Сумма получения 9,80. Пэйр берет комиссию. Комментарий. adstrixer.com. Все замечательно, проект платит. Но есть но, как всегда. Значит, я хочу, чтобы вы меня, друзья, услышали. Я не администратор проекта, я такой же участник, как и вы все. Так, значит, у них, смотрите, хочу обратить ваше внимание. Регламент 12 часов максимум. Так, я заказала вывод 16 сентября. Так, я сутки отождала, потому что очень много злых языков. Я не знаю, друзья, платят, я в проекте. Значит, по регламенту я заказала вывод 16 сентября. Вывод мне пришел вчера, 18. Я сутки отождала, все нормально. Далее, что я сделала? Я сделала скриншот вот этой записи. Вот скопировала скриншот. И сделала скриншот от 16 сентября. У меня в пединге был. Пошла в группу на Facebook. Вот мои, как бы, мой скриншот 17 сентября я сделала. Я им отправила вот мой скриншот. Что это регламент? Так, и я сделала вот 16 сентября $10 пединг, как бы, и отправила в группу на Facebook. Поставила вот знак вопроса. И уже мне вот этот человек, значит, он, как я понимаю, администратор или кто, он постоянно отвечает, как бы, на вопросы. Он всегда находится, как бы, на связи, он вот в этой группе присутствует. И, как бы, пару часов, и все выплатит. Он ответил на мой комментарий. Так. Будьте, друзья, понастойчивее. При каждом выводе я вот делаю такой вот скриншот. Как бы выбиваешь свои честно заработанные деньги. Я не понимаю их регламент. Или они собирают всю, как бы, все выводы вместе, а потом кучку выплачивают. Или как. Или что. В общем, я не понимаю. Но, тем не менее, проект платит. Сделайте скриншоты, отправляйте в группу. Будьте понастойчивей. Вот. Ну, а так, конечно, проект замечательный. Мне он нравится. Я в проекте. Я еще сегодня ничего не просматривала. На данный момент у меня уже на балансе $3. И я нахожусь в 5-й группе. Как бы, и здесь я реинвестами наращиваю, как бы, чтобы мне вот увеличу бабс монеты. Потом я перейду уже в 6-ю группу. Так, и у меня уже выходит вот сюда на реинвест $2. Когда 2, когда 3. Вот. И я покупаю за счет вот этого реинвеста. Я увеличу вот эти бабс монеты. И мне надо так, в 6-ю группу, чтобы перейти. Я вот здесь сейчас вам... Вот здесь я бью баб... Ну, вот, от пакета покупаю. А здесь группы. И вот я сейчас нахожусь в 5-й группе. Я получаю 2,70. В 6-й группе уже буду 4,90 получать. И мне надо монет
Так, 184 тысячи. И я вот помаленечку уже из заработанных, я сюда уже ничего не вкладываю. Я уже в чистой прибыли зарабатываю, как бы уже как бы увеличиваю баб-монеты. Ну, тут ежедневно, конечно, они высчитывают, как и во всех баб-монетах, в таких буксах. Ну, и тем не менее, я наращиваю. Вот. Ну, на этом все. Я работаю. Будьте при выводе, как бы, все вопросы, как бы, в группу. Да, и еще, друзья, я хочу вам сказать по поводу вот этих токенов. Мне вот эти токены, если честно, по барабану. Во-первых, этих токенов нет на бирже еще. Когда они появятся, неизвестно. Вас, я понимаю, вас привлекает эта цена. Но поймите одно, мы эти денег не увидим. Да, я собираю. Вот у меня 765 этих термонет. Я еще их не ставила на вывод. Вот. Поставлю потом. Когда эта монета появится на бирже, и если она еще появится, то такой цены не будет. Еще неизвестно, сколько она будет стоить. И когда эта монета появится на бирже. Меня интересует реальный заработок. Вот этот реальный заработок, чтобы они платили. Вот я получила 9,80. И слава богу. А это мне... Я даже на это внимание. Да, сумма большая. Но этих денег нам один все равно не видать. Вот. Ну, если увидим, конечно, выйдет монетка на бирже, дай бог. Это, конечно, будет хорошо, но тем не менее. И опять же, по выводу, это все отпишите в группу вот сюда. Этот дядька присутствует здесь. Он отвечает на все вопросы. Делайте скриншоты, отправляйте. Вот, а я такой же участник. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.